сегодня память преподобного Антония Великого. Стал бы он преподобным Антонием, если бы не претерпел в течение там, 20 лет, пока он в пещере провел нападение от дьявола, разные искушения, он все вытерпел и остался верен избранному пути и стал основателем монашества. Так ему благодарная церковь, так его именует Антоний Великий, и после него даже труды письменные остались, которые они очень простые такие по восприятию, поэтому изложены они в первом томе «Добротолюбие». Каждый может почитать эти божественные слова, которые некогда изошли из его уст, приобщиться к опыту духовной жизни, хотя он, сами понимаете, жил так давно, что нам это и почувствовать трудно. Это в 4 веке, а нынче 21. Вот. То есть это для русского человека это как бы уже и не история, а что-то неизвестно когда бывшее. Тогда у нас еще никакой не было ни истории, ни письменности. Дичь одна сплошная, звериные шкуры и, так сказать, постоянные, как говорится, всякие такие бандитские набеги и такая совершенно племенная жизнь. Вот. И можно посмотреть, вот столько веков назад, и человек уже в те времена достиг какого духовного развития. Такого видения духовного. Он с Богом разговаривал так, как вот мы сейчас с вами. Так вот, прям лицом к лицу. У него там не стоял какой-то глупый вопрос, сколько молебнов, кому служить, там еще что-то, какие-то выстраивать схемы. Вот он Бог, и вот я Антоний. И вот они вот так вот общались. Вот. Для большинства из нас вообще это что-то совершенно непонятное, такой вообще опыт.